Леш, постоянно мне задают вопрос, когда мы начнем выпускать дешевые печи, те, которые вот, мол, пришло время дешевых печей. Что сейчас людям мы можем ответить? Давайте будем объективны. Производить откровенно дешевые печи, которые конструктивно, естественно, будут максимально некачественными, это факт. Мы представляем из себя инновационное, небольшое инновационное производство. Инновационным производством заниматься самым, скажем так, бюджетным сегментом просто невыгодно и невозможно. То есть бюджетным сегментом занимаются крупные производители, которые позволяют себе иметь, во-первых, низкоквалифицированный персонал, которому можно платить откровенные 3 копейки, он за это готов работать. Мы же держим у себя сварщиков 5-го разряда и выше. То есть, и это, естественно, налагает достаточно серьезные финансовые затраты, потому что людям надо платить хорошие зарплаты. Это раз. Второй момент – это объемы. У нас небольшое производство, мы делаем небольшие объемы, но очень качественных и индивидуальных изделий. Наш конек всегда состоит в том, что мы берем изделия и под заказы клиента доделываем так, как ему нужно. Это касается и дизайна, и касается технических условий. И не забывать о том, что мы же с тобой потратили огромное количество сил, времени на разработку уникальных, наших уникальных печей, за которые у нас запатентованы, это и дожиги, это и парогенераторы, это и куча-куча наших нюансов. Их невозможно будет реализовать в рамках дешевых изделий. Поэтому вот как-то так.